Здравствуйте, Сергей. Это видео про ваши одуванчики. Сейчас я проверю каждый одуванчик в моей камере. Мой самый главный совет – изначально устанавливайте одуванчики на ваши объективы с помощью двухстороннего скотча. Как это делаю я? Вот смотрите, маленький кусочек двухстороннего скотча я даю вам в комплекте. Сейчас установлен одуванчик для колена. Но в вашем случае стенка юбки байонета не служит опорой для одуванчика. То есть в вашем случае на коленар нужно устанавливать, ну, скотч наклеиваете на основу вашей юбки байонета, она пластиковая, и устанавливаете вот таким образом одуванчик, ориентируясь по красной точке на байонете. Но самое главное, одуванчик не должен стоять притык к серебряному краю байонета, а должен чуть-чуть отступать, иначе при первом же вставлении в камеру вы его сломаете. Итак, смотрите. Этот одуванчик запрограммирован для гелиос. 50 мм фокусное расстояние. И диафрагма от 2 до 16. Ловушка фокуса включена. Ловушка фокуса означает, что одуванчик не даст сработать затвору до появления фокуса. Как только появится фокус, вы слышите подтверждение звуком и увидите подтверждение по выбранной точке, и затвор даст возможность сработать. То есть все как просто фокус на объективе, только резкость крутить рукой. Одуванчик подпилим в нужном месте. Внимательно смотрите мою видеоинструкцию и делайте все крайне аккуратно. Ни в коем случае не наливайте клей из тюбика прямо на байонет, а наносите его с помощью зубочистки, которая тоже будет у вас в комплекте. Вот, лежит в комплекте с клеем. И одуванчик для коленара. Также вы сможете перепрограммировать одуванчики и для гелиоса, и для коленара, согласно таблицам поправок, которые я вам тоже вышлю на почту. Ну, можете без таблиц, а просто попробовать поработать с экспокоррекцией. Итак, этот одуванчик запрограммирован для коленара. 100 мм фокусное расстояние, диафрагма от 2,8 до 22. Сейчас я одуванчик для коленара наклею на двухсторонний скотч, чтобы вы не ошиблись. То есть на задней стенке будет наклеено двойной слой скотча, и за счет толщины этого слоя вы сможете прислонить заднюю стенку одуванчика к задней стенке юбки вашего байонета. То есть не вплотную стенкой одуванчика, а все-таки скотчем. То есть вы увидите, какой промежуток между одуванчиком и стенкой юбки. Сейчас я упакую ваши одуванчики и отправлю вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.